духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Многим неведомы места эти, а ведь с начала 19 века они слыли русским Иерусалимом. Здесь жил и совершил духовный подвиг иеромонах Саровского мужского монастыря преподобный Серафим Саровский, чудотворец, которому и установлено это изваяние. Не принято было на Руси ставить памятники духовным подвижникам. Почему же в конце 20 века городу науки Сарову вдруг понадобилось возвести монумент святому старцу? Ученые и прошение к монаху, не странно ли? Более того, титаны науки заявили о сопричастности патриотической сущности своих трудов православной мудрости преподобного Серафима Саровского. На многие десятилетия этот город исчез с географической карты, стал тайной за семью печатями, был обнесен колючей проволокой. Совсем недавно он вышел из-под покрова секретности и открыл миру Российский федеральный ядерный центр. В прошлом Саровская пустынь, мужской монастырь. После революции 17 года колония для беспризорных детей. Обителью ученых-атомщиков она стала в 1946 году. Произошло это после того, как Соединенные Штаты Америки сбросили атомную бомбу на Японию. Внешняя угроза заставила Советский Союз предпринять все возможное и невозможное, чтобы защитить Отечество. Именно тогда Саровская обитель и обрела статус объекта чрезвычайной секретности. Она приняла на себя миссию стать щитом национальной безопасности страны. Саровские ученые в сжатые сроки создали сверхмощное термоядерное оружие. Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе. Так скажет преподобный Серафим Саровский, когда в своем духовном подвиге взойдет на высшую ступень, обретет дар озарения, провидения. Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божия. Неужели дух, душа, жизнь и бессмертие, эти извечные понятия священных книг, стали предметом размышлений для науки? В чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Да может лучше и не знать истины. Ведь сказано в Священном Писании, в большой мудрости много печали. Но ведь там же сказано и другое. «Ищите и найдете». Стучите, и отворят вам. Современная наука, исследуя монастырский камень, зафиксировала мощную энергию, излучаемую им. Она благодатна и воздействует на многие десятки километров. За какие же горизонты постижения мира духовного шагнули ученые ядерного центра, что обратились с прошением к святому, преподобный отче, моли Бога о нас. Диковин много есть на свете, и на Руси довольны их. Мы о том расскажем детям,
как дивен Бог святых своих. Необыкновенно все, что родилось от духа подвижника Божьего Серафима, как, впрочем, и необыкновенна его судьба. Эпоха преподобного Серафима – середина 18-го, начало 19 веков. Это трудный и мучительный период в истории русской церкви. Вот как свидетельствует летописец того страшного времени. «Устроили гонение на церковь Христову, и на благочестивую веру восстали. Их была година и область темная, что хотели, то и делали. Святых угодников Божиих не почитали, иконам святым не кланялись. Предания апостольские и святых отец отвергали. Архиереев, священников, монахов мучили, казнили, растригали». Но каким-то удивительным образом в российской глубинке все же сохранялась святость духа. Несмотря ни на что, прорастали зерна христианского православия. Живительными источниками воскресала истина священных книг в церковных школах, гимназиях, архиерейских подворьях. Давным-давно, в сторонке русской, когда бы в людях Божий страх, в семье купца, а в древнем Курске родился будущий монах. Один юродивый на людях его судьбу определил. Блаженна мать, сын этот будет предстателем за целый мир. Приходящие к житию монастырскому люди возмогли стати противу козней дьявольских, греховности светского общества. Это личности незаурядные, стяжающие Святого Духа дары. Почему же мы, миряне, подчиняем свою жизнь все растущим и растущим материальным потребностям? Душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле. Не к этой ли вселенской истине подошли ученые ядерного центра, расщепляя ядро атома, коль заговорили о нравственном служении на крепком духовном фундаменте? Но как нам, неискушенным научными трудами, принять на себя добродетель Божию, когда мир погружен в невежество, во зле лежит? Великое средство ко спасению – вера, особенно же непрестанная сердечная молитва. Надо бы так себя приучать, чтобы ум как бы плавал в законе Господь, которым руководство должно устраивать жизнь. В былые времена монастыри слыли средоточием научной мысли, распространяли просвещение, хранили духовные ценности христианской культуры. Не потому ли и строились они в заповедных местах, чтобы сохранить эти дары? Месту этому суждена великая будущность. Так изрек отшельник Феодосий, которого пути Господни привели сюда, на слияние рек Сатиса и Саровки. О необычных явлениях этих мест повествуется в монашеских летописях Саровской обители. Были чудесные в ночи явления, сходящие с неба превеликий свет на самое то место, а также нередко слышен был колокольный звон. «Мнил як и место это свято», – изрек другой монах, живший в этих непроницаемых дебрях Темниковского леса. Не зря в народе говорят: «Свято место пусто не бывает». Видимо, оно – источник чистой божественной энергии, хранилище вселенских знаний. Но почему не всем дается допуск к ним, а только особо подготовленным? Когда кто в мирном устроении ходит, тот как бы ложечку черпает духовные дары, погружает ум внутрь себя и имеет делание в сердце своем. Не такое ли делание в сердце своем имел монах Санаксарского монастыря Иоанн, когда замыслил устроительство Саровской пустыни?
была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы ей дан учитель. Тогда и последовало прошение иеросхимонаха Иоанна к императору на учреждение Сатиса Града Саровского монастыря. И была дана благословенная грамота Преосвященного Стефана Еворского. В видимом всем мире устроить бытность и жизнь душе умнословесным человеком, еже им сущим на земле дней, времен и лет своих благоугождате, лучшему своему ради наследия небесного царствия. В течение нескольких поколений строился монастырь. Российские помещики, дворяне, купцы, другие предприимчивые и просто зажиточные люди считали высшей честью и долгом долю своих доходов вкладывать в развитие монастыря. Благодатные дарования получают только те, которые имеют внутреннее дело и пекутся о душах своих. Но как сегодня самосостояться, когда мир деформируется под воздействием мощных отрицательных информационно-энергетических потоков, зависти, жадности, ненависти, агрессии, когда человечество скатывается к невежеству, к забвению культурных ценностей, вовлечено во всеобщую куплю-продажу? Как укрепиться в духе, возвести храм в своей душе, наполнить его светом? Родителей благочестивых сыночек с детства утешал. Он рос послушным, неленивым и кротким сердцем Бога знал. Душа, потрудившись, стяжает и прочие совершенства. В скорбях печалью моей сметохся от глаз вражия и от стяжения грешнича яко. Уклонишь и нами беззаконие, и во гневе вражду хмяхы. С какой любовью, умилением читал псалтырь и часа слов, все со вниманием и терпением цвела душа от Божьих слов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И в мыслях о служении Богу для жажды почести, наград, он отправляется в дорогу. В грозное, волнующее для России время вошел в большую жизнь отрок Прохор Мошнин, будущий саровский чудотворец. Тогда, в угоду иностранцам и собственным меркантильным интересам, царские прислужники торговали национальным достоянием, духом народным. Нелегкая доля досталась многим русским монастырям. 4/5 было упразднено, якобы к пользе и исправлению России. Каким-то чудом выстоял Саровский монастырь, не канул в омут лихолетия. Он оставался центром просвещения, воссиял академией монашества. Такой была Саровская пустынь в ту пору, когда 19 лет от роду и пришел сюда Прохор. Вступив в число братьев, он прошел обычный путь послушника. Послушник из него проворный, он службы долгие любил, читать и петь, или печь в просфорне. Во всем он радостно ходил. За 8 лет на послушание он духом зрел и возмужал. Он цену знал земным страданиям. И вот на нем духовный сан. Не просто нам, сбившимся с пути познания Бога, осознать таинственную работу совершенствования духа. Эти современные кадры из жизни Сынаксарского мужского монастыря, возможно, и дадут представление о монашестве времен Серафима Саровского. Ведь не зря же встать на путь иночества и сегодня значит совершить высший духовный подвиг.
Когда-то настоятель этой обители, иеросхимонах Феодор, вместе с братьями подвижников обустроил уклад иноческой жизни по строгому уставу Саровской пустыни. В 27 лет послушника Прохора Мышнина постригли в монахи. Без ведома и выбора его нарекли Серафимом, что значит «пламенный» или «приближенный к Богу». 6 лет будут отданы беспрерывной монастырской службе, и в 33 года иеродиакона Серафима рукоположат в иеромонаха. Беспрерывные молитвы и тяжелый труд – основа иноческой жизни. Только на молитвы и правила по уставу отводилось до 12 часов. Из-за непрестанной келейной службы и многолетнего стояния в храме иеромонаха Серафима постигла тяжкая болезнь. Недуг оказался неизлечимым и указывал прямой путь в богодельню до полного истощения душевных и телесных сил. Богодельня в 35 лет не мог согласиться с этим подвижник и сделал вызов земному приговору. Иеромонах Серафим испросил благословения уйти в лесную глухомань на пустынное жительство и получил его. Зачем же понадобилось духовному подвижнику удалиться от Саровской пустыни? Как железо ковач, так и я предал себя и свою волю Господу Богу. Как ему угодно, так и действую. Тогда, уходя в дальнюю пустынь, отшельник наверняка видел ступени лестницы, по которым ему надлежало взойти. Многолетнее отшельничество в глуши темниковского леса, изнурительный физический труд с чрезвычайно скудной пищей, сухари, трава сныть, да овощи с огорода, которые сам возделывал. Тысячи дней и ночей молитвенного столпничества на камне в зной, ливне и стужу. Длительное затворничество в лесной келье, череда лет молчальничества и постоянная молитвенная беседа с Богом, полное погружение в тайны священных книг, постижение их истин. Дальнюю пустынь преподобный превратил в творческую лабораторию, экспериментальную мастерскую. Зачем? Примерял на себя вселенскую рубаху, проникал в тайны жизнеустройства, хотел познать себя, свое предназначение. Или сверял свою человеческую волю с волей Бога-Творца? Сперва надо приблизиться к Богу, а тогда уж, ставши в нем сильным, служить людям. С решения больших этических проблем российская наука и вошла в третье тысячелетие. Она подошла к осознанию, что стремление к совершенствованию духа человека – единственная цель, достойная его. Эта формула научной мысли точно соотносится с древними знаниями. Цель эволюции человека – достичь божественного сознания, зазвучать на одной частоте с Богом. И путь этот идет через творчество. Более 40 лет отшельник Серафим в поте лица добывал хлеб свой насущный. В своей творческой мастерской на дальней пустыне иеромонах Серафим обрел дар озарения и провидения. В 66 лет дивный старец вышел из затвора. И было си недоумевающим совет неблаги, унывающим утешите, заблуждающихся кроткое вразумление, болящих врачи целите,
сего ради вопием ти. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. После Афона, Иверии и Киева это четвертый вселенский удел Божьей Матери. Когда место здесь еще было пустынным, говорится в летописи, и сестры Дивеевские возводили лишь первую церковь, батюшка пророчествовал, что собор этот будет наподобие Иерусалимского. Преподобный Серафим пекся о дивеевских сиротках, был их духовным наставником, попечителем, всячески помогал в обустройстве обители. 7 последних лет жизни он верно следовал своему кресту, исцелял страждущих физически и духовно. Старчество – его последний подвиг, подвиг духовного руководства людьми, подвиг любви, жизнь поэтики Христовой. Господу путь и уповай на него, и той сотворит, помилует тебя, изведет яко свет правду твою и судьбу твою. Все время с ним преображалось, и всем хотелось лучше стать. 12 раз он являлся в святых видениях Божья Мать. Последний раз за ней цветами святые, ангелы чередой. Она сказала: будешь с нами, ты скоро здесь, любимчик мой. Когда он умер, об этом узнали не сразу. Но утром, когда пришли служки, послушники, монахи, увидели, что келья начинает разгораться. И когда они вбежали в дом, то увидели удивительное явление. Преподобный Серафим Саровский стоит на коленях, вот так, закрыв глаза, перед своей любимой иконой Божьей Матери, умиление, перед которой он всегда молился. Он был провидцем, чудотворцем. Он и сейчас чудо творит, его источником – колодцем. Народ с надеждой спешит. На этом Серафимо-Дивеевском источнике в день бывало до 2000 паломников. Такова животворящая сила его – исцелять физические и духовные недуги. Это след Святого Духа на земле. А еще, как говорят ученые, закодированные знания Вселенной. Один из видов информации – библиотека программы мироздания. Каждый получает от источников информацию Вселенной, но только в меру своего духовного развития и только по силе своей веры. Молва о чудодействиях преподобного растекалась по всей Руси. Здесь все проникнуто святостью его духа. Но не как к небесному угоднику обращается каждый приходящий сюда, а как к ангелу земному. Он является пламенным светом в сердца всех, чье душевное волнение обращает мысль к нему. Потому что пользуется самым простым и самым действенным инструментом божественного промысла – энергией любви. Не потому ли и стал избранником Божиим святой врачеватель, что думал о боли людской души? Радость моя, если ты так верую, то вежи в то, что верующему все возможно от Бога, а потому веру, что и тебя исцелит Господь, а я убогий. По свидетельствам монахов, российский император Николай II дважды специально приезжал на Серафимовский источник.
Именно по вере Христовой императрица Александра Федоровна, благодаря погружению в источник, обрела долгожданного наследника престола, царевича Алексея. Вглядимся в эти фотоснимки 1903 года. На них запечатлены торжества, посвященные причислению к лику святых преподобного Серафима Саровского, которого народная молва давно нарекла чудотворцем. Вера народная в святость старца Серафима и его предстательство перед Богом за притекающих к нему с молитвой превратила Саровскую пустынь в русский Иерусалим. Дивен Бог во святых его, велика неизреченная милость его, дорогой России. Невыразимо утешительна очевидность нового проявления благодати Господней ко всем нам. Так запишет император в своем дневнике 1903 года, июля 19 дня. В течение двух столетий сюда стекались потоки многих тысяч паломников. Это бывший храм Серафима Саровского. Возведен он усердием Николая II в честь прославления великого российского молитвенника. Именно здесь до 1927 года находилась келья святого старца. Именно здесь покоились мощи Саровского чудотворца. Мы продолжаем программу второго международного фестиваля. Со времен обоснования в Саровской пустыне секретного объекта храм служил ученым-ядерщиком очагом культуры. Только в канун столетия прославления преподобного Серафима Саровского храм вновь обретет свое истинное предназначение. Наука, культура и нравственное служение самой жизнью призваны опираться на крепкий духовный фундамент. Не потому ли и происходят все беды на земле, что это единство нарушается? Древние монастырские стены свидетели тому. И многие драмы времени провидел преподобный Серафим. Когда век-то кончится, антихрист с храмов кресты начнет снимать, да и монастыри разорит, да и все разорит. Мы во власти мятежного страстного хмеля. Пусть кричат нам «Вы палачи красоты!» Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусство цветы. Таким виделось будущее поэту пролеткульта в начале 20 века. Большевистская власть сняла с себя крест, крест ответственности за народ, и с народа насильно сдирала кресты. В июне 1920 года вождь пролетарской революции поручил комиссариату юстиции разработать проект об упразднении монастырей, уничтожении церковных храмов и ликвидации мощей во всероссийском масштабе. Тяжкая участь выпала Темникову, городу, который веками славился культурой духа, чистотой помыслов. Эта земля российская в 17 веке взрастила патриарха московского и всея Руси Никона. В этой провинциальной глубинке просиял святостью духа адмирал русского флота Ушаков. Здесь совершил свой духовный подвиг насельник Саровской пустыни святой Феодор Санаксарский. Почему? Зачем судьбою тайная жизнь на казнь осуждена? В компьютерном центре Санаксарского монастыря долго трудились монахи над восстановлением акта вскрытия мощей Серафима Саровского. Документ случайно был обнаружен в одной из папок фонда Темниковского историко-краеведческого музея имени Федора Ушакова. Нервный почерк агента Антихриста с трудом поддался реставрации. В этом здании Темникова по указанию главного политического управления детально прорабатывалась операция грабежа Саровской обители. 7 лет под грифом «Совершенно секретно» тщательно готовился и план по изъятию мощей преподобного Серафима.
Почему монахи, почти век хранившие святыню, не укрыли мощи в глубинах пещер? Они видели много чудес и не сомневались, преподобный сам не дастся. Из Саровской пустыни мощи чудотворца тайно вывозились большевиками двумя санями. Чтобы скрыть концы, двигались в разных направлениях с вооруженным конвоем. Каково же было удивление похитителей, когда в Москве, вскрыв ящик, специальная комиссия не обнаружила в нем святыни. Разрушение духа, с которым Антихрист триумфально взошел на трон большевистской власти в начале века, в конце завершился распадом. Явленным перестройкой капитализме не прорисовалось человеческое лицо. Ученые отметили, когда на Земле растет количество электромагнитных матриц с отрицательным знаком, они как магнит притягивают энергию зла в любой форме и через слово, и через действие. И зло способно быстро разрастаться, нести разрушение, вызывает непредсказуемую реакцию мощнее ядерного взрыва. Когда человек придет в мирное настроение, тогда он может от себя и прочих излучать свет просвещения разума. И вот в 1991-м, когда, как из преисподней ада, наращивала мощь энергии распада, пришла благая весть. В Казанском соборе Санкт-Петербурга вдруг обнаружились мощи преподобного Серафима Саровского, загадочно исчезнувшие в 1927-м. Случайно ли? Когда же надобность потребует, или дело дойдет, то откровенно во славу Божию действовать должен. Святые, просиявшие в земле российской, всегда являлись в переломные, судьбоносные для России времена. И часто блаженные миротворцы меняли ход истории. Ангел на земле и во плоти Серафим, яко луч пресветлый вечного солнца правды. Преподобный Серафим постиг величайшую истину божественной правды. Жизнь человеческая на земле временна, но она – дар Божий. И возвратить его надлежит Богу подарком, приумноженным своим талантом, добродетельными делами, вдохновенно, по образу и подобию Божьему. Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит внутренним оком солнце правды.
быть по образу и подобию Божьему и жить так, чтобы все, что создано им, не погубить, самое сложное из всех человеческих проблем со дня сотворения мира. Готов ли каждый из нас эту меру личностной ответственности взвесить нравственным служением и взвалить на свои плечи крест Христовой этики? Сердце христианское, приняв что-либо божественное, не требует еще другого со стороны убеждения в том, точно ли сие от Господа, но самым тем действием убеждается, что оно небесно, ибо ощущает в себе плоды духовные. Прошедшую своей жизнью на земле, так и настоящим дерзновением перед Святой Троицей. Став на высокую ступень духовности, он отдал свой дар святости в услужение земле русской. Не потому ли и сказано Божией Матерью «Сей нашего рода»? Источающим очистых мощей твоих. Всякому надлежит как бы на весах взвешивать житие свое. Не эту ли истину постигли ученые Сарова, коль положили на чашу весов свою ответственность за восстановление плодотворного союза научного знания, искусства и нравственного служения на крепком духовном фундаменте? Может, это и есть та национальная идея, которая способна вывести Россию на путь возрождения? Мы сможем создать Святую Русь, изменить к лучшему самих себя, преобразить окружающий мир и, самое главное, достигнуть нетленного Божьего Царства молитвами преподобного и богоносного Отца нашего Серафима Саровского. Господь да благословит и помилует всех вас, дорогие мои. Радость моя, Христос воскрес, нет причины унывать, ибо Христос смерть победил. Ты преклони пред Ним головку,
Но на иконке как живой. И добрый батюшка Саровский за нас помолится с тобой. Преподобный отче Серафима Саровского. Сейчас у нас есть возможность к ним приложиться, омолиться около ракии.